Я понимаю, не все довольны. За последние 2 месяца курс вырос с 27 до 35. Но это еще не все. Мы сделаем все, чтобы к концу года курс был 50 долларов за 1 гривну. Что нам не украинцы? Мы обещали, мы зарубили. Вы хотели идеальные дороги. Мы сделали по 8 полос в каждую сторону. Но из-за высокого благосостояния каждого украинца вы пересели на собственный вертолет. Из-за этого у нас теперь есть проблемы в передвижении в воздушном пространстве. Поэтому я обращаюсь к вам. Не нужно летать на вертолетах по поводу и без. Все-таки в аптеку, спортзал, магазин, ну, по крайней мере, мусор вынести можно и проехаться на автомобиле. Снова актуальна тема украинская мова. Шановні, після того, як українська мова стала міжнародною мовою, після того, як кожна друга людина у світі стала розмовляти українською, ми, українці, зовсім перестали вчити другі язики. Це неправильно. Ви тільки представте, як приємно буде французам, англичанам, не знаю, немцям, якщо в їх рідних странах ви будете говорити на їх рідних язиках. Ведь вони ж в совершенстві владіють украинским языком. На мою горячую линию часто приходят сейчас вопросы, когда же снизятся коммунальные платежи. Сейчас я хочу обратиться к нашей молодежи. Ребят, пожалуйста, поговорите с вашими папами, мамами, с вашими бабушками, дедушками, прабабушками, прадедушками. Объясните им, что уже 2 месяца, как мы отменили все коммунальные платежи. Абсолютно. Ноль. Но невозможно платить меньше нуля. За расчет отсутствия международных взносов. Шановні, всіх вас беспокоїть вопрос, так що ж будуть делать з бывшим президентом Росії? Я считаю, що це внутрішній вопрос граждан Російської Федерації. Якщо вони хочуть поставити второй мавзолей, пускай ставлять. В конце концов, у них є своє правительство. Вони рішать, ну все-таки не дураки ж там в Пекіні. Многое сделано. Ще многое нам предстоит. Но я в одному уверен на 100%, що все у нас буде хорошо. На всій території Украины. От Донбасса до Закарпаття. От Симферополя до Сейшельских островов. На всей территории СШУ. С Новым Роком, шановні українці! Счастья вам!